CPD, Cyber Pharma Dispenser Computing Robot. SFD, Cyber Pharma Dispenser, с манипулятором отбора. Cyber Pharma Dispenser – это роботизированное оборудование высокого инновационного уровня для хранения и автоматического распределения медпрепаратов в аптеке. SFD Robotic – это решение, разработано Cyber Italia, предназначено для оптимизации работы аптек розничной торговли. SFD Robotic занимает очень ограниченное пространство внутри аптеки и может быть размещен непосредственно в зоне обслуживания клиентов. Клиент предоставляет рецепт, и фармацевт в режиме реального времени отправляет заказ на SFD для автоматического отбора необходимого препарата. SFD не требует определенных зон для его установки, которые часто находятся в отдалении от зоны обслуживания клиентов. При использовании SFD лекарственные препараты незамедлительно доступны фармацевту. Программное обеспечение, которое установлено на оборудование, предоставляет фармацевту много важной информации. Списки отбора, списки для загрузки, информацию по сроку годности препаратов, история по доступу и операциям, номенклатура, количество и позиция всех препаратов, хранящихся в SFD. Внутри SFD роботизированный манипулятор отбирает медпрепараты по любому рецепту и размещает их в окнах, выделенных красным, синим, зеленым и желтыми цветами, готовые для отбора фармацевтом. Оборудование SFD оснащено 4 окнами, в которых размещаются препараты, готовые для раздачи клиентам, что позволяет двум фармацевтам одновременно использовать SFD. Cyber Pharma Dispenser – это роботизированное оборудование высокого уровня инноваций в аптеке. SFD – фактически очень компактное и легко интегрируемое оборудование, требует быстрое и простое обслуживание и имеет отличную производительность. Также обладает в равной степени фундаментальной характеристикой и имеет отличное соотношение цена и качество. Cyber Italia в постоянном поиске новых инноваций в секторе фармацевтической интерлогистики, а также для улучшения и упрощения вашей каждодневной работы.